Новосибирск – третий по величине город России. За 100 лет он превратился из небольшого поселка в полуторамиллионный мегаполис. Здесь сосредоточены все виды промышленного производства, вузы мирового уровня и расположен всемирно известный академгородок. Новосибирск – крупный логистический центр. Здесь большое число торговых центров, отсюда товары разъезжаются по всей стране. Новосибирск – богатый и процветающий город. Но постойте, разве так он должен выглядеть? Почему на улицах такая грязь? Почему не убираются сугробы? Почему каждую зиму 10 тысяч новосибирцев получают травмы на гололеде? Куда с дорог делся асфальт? Почему общественный транспорт разбит, переполнен и еле плетется? Почему в городе постоянные пробки? Почему застраиваются парки? Почему строятся микрорайоны без дорог, школ и детских садов? Нашим городом десятки лет управляют некомпетентные чиновники и лоббисты. Городская земля разворовывается, снег убирается по принципу «растает сам», а на муниципальных контрактах и на общественном транспорте наживаются паразиты-посредники. Город рабочих, ученых, студентов и инженеров оказался под властью мелких жуликов. И они каждый день воруют наше будущее, наше здоровье и нашу гордость за наш город. И покрывает все это безобразие союз двух партий – «Единой России» и КПРФ. Они за нас решили, что управлять областью будет бывший мэр Вологды, а городом – партфункционер КПРФ Анатолий Локоть, который за 5 предыдущих лет не сделал практически ничего, только рассадил своих соратников по теплым местам в мэрии и в муниципальных предприятиях. Депутаты от «Единой России» и КПРФ вместе голосовали за раздачу городской земли, за повышение тарифов ЖКХ. Ну вот выбрали мы этот путь, все-таки повысить тарифы, это решение общее. Они закрывают глаза на разгильдяйство и воровство чиновников мэрии. Этого нельзя больше терпеть. В Новосибирске в 2020 году пройдут выборы городского совета. У жителей Новосибирска есть шанс очистить городской совет от лоббистов из «Единой России» и КПРФ. Для этого мы создали коалицию «Новосибирск-2020», в которую вошли городские активисты. Городской совет является высшей властью в городе. Он может много. Например, отправить мэра в отставку. Именно это мы и намерены сделать. Каждый кандидат коалиции подписывает конкретные обязательства, которые он должен будет исполнить после избрания. Мы сократим автомобильный парк мэрии и направим эти деньги на общественный транспорт. Ограничим застройку там, где нет дорог и социальной инфраструктуры. Защитим зеленые зоны. На уборку дорог и тротуаров будут привлечены новые подрядчики, а их работа будет оцениваться по чистоте улиц, а не по количеству вывезенных кубометров снега. Нам нужна ваша поддержка. Вместе сломаем систему. Заходите на сайт коалиции и регистрируйтесь, чтобы мы могли сообщить вам, кто ваш кандидат на выборах. После выборов мы будем согласовывать наши решения с нашими сторонниками.